а в Америке только одно думал, как бы вырваться домой, скорее приехать. Все чужое. Полицейский, вот где это торговые дома-то два завалили, они 102 этажа. Когда я оттуда уже слез, а полицейские, копы эти, подходят. Откуда вы? Ну, я как одетый, в сапогах. Он говорит, давай сфотографируемся. Америка пойдет к низу, а Россия, говорит, будет расти. Все там хорошо, но не для нас. И вот что я не посмотрю, все чужое. И вот некоторые едут туда, в Америке, сидит там дудочкой, пьет со льдом. Что пропасть какая? Я сразу вспомнил, дед один работал здесь, русский, познакомился с англичанкой. Мы поближе познакомились, и вышла она за него замуж. И она тут же прожила лет 5. И она говорит, я привыкла, приехала в Англию, это там, какой порядок? Мне, говорит, этот порядок не нужен. А мы привезли бревна, не использовали, они все лето лежат, там крапива растет, да расти она. Вот они не могли понять, как русские женщины целлофановые мешочки стирают. Это им кажется невероятно.